Призывники смогут отказаться от отсрочки, если имеют на нее право. Достаточно подать заявление в призывную комиссию. Также у призванных на службу до 1 сентября 2019 года появилась возможность уволиться досрочно, если основания для этого возникли в период прохождения службы. Например, родился второй ребенок. Перепродажа билетов под контролем. С 1 сентября запрещается продавать билеты в театры, цирки, музеи и на концерты по цене выше той, что указано на самом билете. Стоимость дополнительных услуг, например, доставки, должна быть менее 10% цены билетов. Стипендии вырастут с нового учебного года. Стипендии студентов колледжей и вузов бюджетной формы обучения проиндексируются на 4%. Таким образом, минимальная академическая стипендия в России повысится до 1633 рублей. ДТП можно оформить онлайн. С 1 сентября водители, попавшие в аварию, смогут оформлять европротокол онлайн через портал госуслуг. Для этого у участников происшествия должно быть мобильное приложение. Нововведение облегчит взаимодействие между страховыми компаниями и их клиентами и снизит количество пробок на дорогах из-за мелких происшествий. Пересчитали. 1 сентября истекает срок, в течение которого Пенсионный фонд России должен пересчитать размер пенсии работников сельского хозяйства. Напомним, проработавшим не менее 30 лет в сельском хозяйстве с 1 января 2019 года полагается 25% надбавка к фиксированной части пенсии. Она делается автоматически при наличии необходимой информации в выплатном деле. В итоге надбавку получили более 14,5 тысяч жителей Ульяновской области.